Не перематывай. Это мой второй канал, где я снимаю разные влоги, и особенно летом будет выходить много влогов, много разных видеороликов классных, так что обязательно подпишись на него, ссылочка на канал будет в описании, это мой канал, еще раз тебе говорю, так что можешь меня увидеть там, именно на этом канале, где я уже снял один влог, так что обязательно подпишись и поставь лайкосик на этот видеоролик. Ссылочка будет в описании. Мы переходим к видеоролику, где я играю в Бравл Бол. Погнали. Вы на канале Денплей. И сегодня мы с вами будем играть в Бравл Бол на бойце Таре. Мне выпала Тара. Вот недавно мне выпала Тара. У меня уже 3 пассивки. Как вы видите, 3 пассивки. Есть Роза. Также мне выпала Тара сразу же на следующий день. Это просто был шок. Мне не хватает только 3 легендарок. Ну, конечно, будут добавлять еще новых бойцов. Сейчас я чуть потише сделаю вот так. Ну и будет, конечно же, намного интересней. Кстати, если вы хотите такую там тему, как рандомный браулер, там или же, там не знаю, что вы хотите, вообще пишите свои идеи, я их попробую исполнить. В общем-то, давайте в Бравл Бол на Таре. Это подходящий боец к этому режиму, так что попробуем с вами все-таки выигрывать сегодня, не будем сливать, надеюсь. Если у меня будет хороший интернет, потому что я вот только что играл, у меня, в принципе, было нормально все, не лагало вообще. Ну, я выиграл еще плюс. Там у меня твинк есть, так что я на твинке играл в Бравл Бол там. Блин, вот, конечно, Роза наглая. Забрался мяч. Блин, начало что-то лагать. Ну, ладно, не будем обращать внимания, пока есть не сильно серьезные лаги. Ну, кто-то забьет? Нет, нет, у наших всех перебили. У нас тут всех перебили. Блин, я случайно ультанул. Я хотел именно как бы их всех ультой своей, а я получил мячик, и мяч у меня уже... В общем-то, мяч ультанул, как бы это назвать, я не знаю, но это провал, пацаны, это... Если выбьем мяч, ну не удается ж. Имба, сильная имба, это Роза. Ну, я не знаю, возможно, ее пофиксят скоро. Ну, лучше бы не надо, потому что, ну, классно играть на ней. Может, кстати, пойдем на Розе сейчас? Я все-таки тоже не сильно много играл на видосиках на Розе. Вообще, вроде бы, один раз только сыграл. Ну, все, пацаны, погнали, этого надо громить уже, это надо просто уже делать. Ну, давайте, забиваем, пацаны. Ух ты! А он, кстати, мог как-то ее таким способом еще и... Так, давайте всех их сюда в одну кучу. Теперь их разбиваем. Вот это вот классно! Просто супер. Погнали, я забиваю. И это конец этого боя. 2-1. Мы первый раз выиграли. Кто звездный игрок станет? Ну, не, он нормально сыграл, пацан. 8-й ранг уже на Таре. 100 кубков мы на ней подняли. Ну, вообще, это круто. И сейчас откроем боксик. Вдруг сейчас дропается нам какой-то легендарный бравлер. Давайте попробуем. И сейчас падает ли он. Давайте. Нет, этого не будет, но... Я, кстати, скоро вкачаю Покича. Поко до 9-го. Возможно, скоро выпадет пассивочка. Но я бы этого хотел, конечно же. Давайте пойдем. Ну, давайте еще на Таре. Тара, в принципе, очень круто. Вот, когда мы второй раз, это было вообще супер. Ну, второе именно после забитого гола нам в наши ворота. Мы разыгрались. И надо же снова взять преимущество в начале. Потому что в начале оно всегда лучше. Давайте, у нас тоже Таров, ну, Леонич тут, Леня смог все сделать. Давайте. Давай, давай, блин. Забрать надо, забрать. И, ну, да, все, есть, Пайпер тоже хорошо. Ну, Пайпер тут тоже, в принципе, сгодится, потому что тут открыта, типа, зона, как бы, да. Ай, блин, давай, отдадем ей. Потому что я боюсь, я не могу сейчас. Опа, давай. Блин, вот это я ультанул, конечно, круто. Ну, сейчас меня убьют, скорее всего. Ну, а он не может сделать. Я выбью мяч, потому что сейчас у нас момент такой, что у нас почти все умерли, кроме меня, конечно же. Ну, и нам надо сейчас как-то завладеть этим. Блин, у нас сейчас... А, у нее ульта, ребята. Хотя, подождите, если они сейчас затупили, то мы сейчас можем отбиться еще. Мы отбиваемся, ребята. Ну, это похоже на отбивание, потому что... Давай, ну я ультану, наверное. Я все-таки ультану, это будет получше, да, вот. Ну хотя я забор разрушил нам. Нашу единую оборону, это ящики, а не забор. Ну, в общем-то, вы поняли. Роза, ты должна это сделать. Блин, что-то так рано, блин. Точнее, да, рано активировала свою ульту. Но это же как-то не сильно круто. Так, блин, давай ее выносим.
Пайпер. Все вынесли. Но я не сам не смогу. Хотя Тара, в принципе, пойду на пролом. На пролом, ребята, да. Забиваем первый гол. Погнали. Сегодня только броубол. Я не хочу идти в осаду, говорю. В осаду я мог пойти, но я не захотел. Я дождался броубола, потом снимал видеоролик. Потому что я не хочу в осаду идти сливать. Ну, точнее, поднимать. Так, давай отдаем быстрее. Роза, розочка, давай, ты можешь. Ты Тару не бойся, ты Тару... А, там еще одна роза, блин. Хотя, она сможет. Нет, она не смогла, блин. Но, возможно, такой шанс был крутой просто. Давай их туда. Блин, да-да-да, получилось до одной их кучки так. Ну, конечно, Леон тут... Ух ты, она Леона убила случайным образом. Так, нам надо сейчас выдержать, нам надо выдержать, нам надо выдержать, ребята, нам надо выдержать. Нам надо выдержать эти последние, да, секунды этого матча, и мы это делаем, и просто побеждаем, натарим, поднимаем снова 5 кубасиков. Давайте выберем другого бравлера, чтобы было поинтереснее вам тоже смотреть. Я лично бы выбрал, не знаю, давайте выберем Карла, и пойдем на Карле тоже новый, ну, именно... Роза новый бой. А, хотя, зачем я... Мне надо было лучше Розу взять. Зачем я Карла взял? Ну, сейчас бы я сказал как-то по-дурацкому. Я думал, что мы играли на новом бравлере, но это для меня лично новый был боец. А вот в игре, то мы должны лучше бы поиграли на Розе, на новом бойце. Ну, и Карл тоже недавно вот добавили тоже. Я вам скажу, недавно. У нас, кстати, нету этих танков. Ну, кроме меня, я думаю. Я, в принципе, пойду. И у них нету танков. Так что у нас такая равная борьба, мини. Мини-равная борьба. Погнали. Опа-на. Вот это я, конечно... Ух ты, какой хорош пацанчик. У них, кстати, очень мало было хпшки. Мы их, конечно, не разрушили. Странно, почему мы их не разрушили. Ух, так. Давай, давай, давайте, давайте. Опа. Ой-ой-ой, блин, нашего убили. Медведь, ты там офигевший? Нет, медведь, не надо нашу мортиру или турельку. Как мортира? Или, блин, я путаю вот это. Путаю Пенни, мортира, и турелька Джесси, да. Вот так, скорее всего. Ну, потому что я всегда говорил. Ну, короче, неважно, ребят. В общем-то, нашего бойца нужно уважать. Давайте. Так что, давай. Отлично. Отлично, у нас получается. Блин, только у меня мало хпшки. Мне надо отрегениться и потом уже пойти. Ну ладно, давай мяч отдадим. У него будет минус боец, потому что он будет с мячом. Блин, он сейчас ультанет. Он сейчас ультанет, но нам надо... Ох, пацаны. Надо блокировать этого злодея, который на нас пошел. Он сейчас может ультой протолкать как-то мяч, но нет. Все-таки... Удачи на нашей стороне, и никаких рикошетов, ничего не было. Так что, он мог бы со всей силы в стену, ультой в стенку, в общем-то. И может от стенки бы оно как-то отскочило и в ворота прямо, возможно такое. У меня когда-то такое было. Ну, именно в матче, когда мне забили. Так же самое на ее месте, по этому флангу. Опа, отлично. Ну, почти мы сейчас снесли, конечно же. Ну, мы выиграем, ребят. Ну, только нам надо сейчас не пропустить просто, и все. И мы победа. Мы победа, мы победа. Опа-па-па-па! Нет! Нет-нет-нет, ребята! Я, скорее всего, сам в свои ворота забил. Потому что я выбил мяч в стенку, и от стенки рикошет. Рикошет. Вот я сейчас реально должен реабилитироваться и забить этот гол. Да, все-таки между двумя бойцами он пролетает и залетает в ворота. Вот так вот. Без поражений. Давайте Розу возьмем. Ну, Роза, конечно, 10-й ранг у меня. Да, тоже, в принципе, нормально. Ну, конечно, давайте. Я не знаю, сколько еще сыграем. Может, два еще боя сыграем. Боя сыграем, в общем-то. И... Я не знаю, будем заканчивать. Ай, Мортисяра. Надо было все-таки, наверное, Тару брать. Ну, давайте сейчас возьмем Тару. Следующую уже под конец на Таре сыграем. Так, давай, давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, малыш. Малыш, а ты иди сюда. Все, давайте пас. Пацаны, давайте пасуйте мне. Я протолкнусь. Я думаю, я пролечу и
Забью, забью. Ну только там Бо затолкал в свои ворота. Он, если бы Бо развернулся резко, то он бы, возможно, еще бы отразил эту атаку, этот мой удар нереальный. Блин, я случайно в стенку вмазал. Мне нам надо сейчас... Да, хорошо. Карл хорошо сыграл. Так, киллер хорошо сыграл. И теперь надо просто берем вот так, активируем нашу суперспособность и просто заходим в ворота. Все, ребят, 2-0. Сухая победка. Да, давайте еще на Розе. Мне Роза понравилась. Вот, когда она ульту активирует, она просто встает бессмертная. Ну, практически. Да, кстати, я хочу сыграть еще с этой командой. В принципе, Карл тут хорош вообще, пацан. Ну, может сыграть. И у нас Пэм тоже согласилась. В принципе, у нас полная команда в сборе. Которая была у нас в прошлом бою. Ну, в общем-то, вот так. Карл, ой-ой, у меня мало жизни, сейчас я подожду. Нет, меня убили, но Пэмка кидает свою ульту, и она, и вражеская Пэм тоже кидает ульту, так что у нас пока есть, так, идет вот на равных. А теперь мы выносим Пэм, потом выносим, Карл сейчас ультанет, нет, не ультанул, а я думал, что он, ну, профукает свою ульту, в общем-то. Что ты будешь выбивать? Он выбил мяч. Хотя зачем он выбил мяч этот? Мы же, они же еще не выиграют. Вот теперь можно просто прорваться на всей скорости. Давай. Да, забиваем. Вот такая вот контратака была. Пэм хорош. Пэм отдала мне пас. Даже Пэм отдала мне вроде бы. Да, Пэм отдала мне вроде бы. Не знаю. Так, давай, мы выносим их. Все, погнали вы отсюда вам. Давай, быстрее, пацаны, ну кто? Пэм, давай, быстрее, пасуй. Я активирую ульту и пошел. Блин, и рано активирую ульту, мне кажется. Блин, давай. И залетает, я забиваю 2 гола, вообще отлично. Ребята, сори, я думаю, вы со мной хотели бы еще сыграть. А ну посмотрим. Ну я не знаю, но... Да, ну ребята, но я хочу уже закончить этот видеоролик и, к сожалению... Я вас не могу, в общем-то, с вами еще поиграть. Ребята, обязательно, если вам понравился этот видеоролик, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И, кстати, ребята, подпишитесь еще на мой канал, второй канал мой, Evan Den. Ссылка на него будет в описании, конечно же. Обязательно тоже посмотрите, там у меня влоги идут. У меня один влог там есть уже. Так что, ребята, обязательно переходите на мой второй канал, подпишитесь на этот канал, на второй мой канал, и обязательно поставьте лайкосики, и все, с вами был Денплей, как всегда, удачи вам и пока!